Здравствуйте, здравствуйте. Муж ищет грибы. Гидропарки. Увидел пенечка? Побежал. Это таким способом вытягивается позвоночник. Это он не отжимается. В этом случае отжиматься не надо. Просто надо повиснуть и висеть. Муж говорит, березовая губка. Да ты ее бачишь. Ты уверен, что березовая губка? Самонатурально? Самонатурально. Да. Самонатурально. Ну, пакет туди доставай. Точно. Значит, руки длинные есть. Точно. А вон с той стороны даже вообще мрак будет. Еще и нормальное можно нарезать, насушить. Ну, давай я уже буду крутить, а не ты со своими этими. Слабыми руками. Хилыми руками. Да ты пакет достань. А я даже своими хилыми руками. Что там? Есть еще что? А? Кажу, есть еще что? Да вон зайди с этой стороны, там ты березовые губки куча, блин. Жаль, ты не... Будешь резать. Недаром вышли прогуляться. Давай, доставай. Не хватает длинных рук. Вон там выше, как гарно. Видите, какие грибы собирать можно в январе месяце. Не сидите дома. Прогуляетесь. Гидропарки. И лебедей покормили, уток покормили, березовые губки нашли, фламулины нашли, бархатоножка. Что еще надо? Ну, поможем, еще одну такую, чихаюсь. А ты его достанешь? Ну, палку достану. Ну, то достань. Гарные такие. Вон туда еще выше. Белочка, видите, как дети стучат. Не вижу. Сейчас всю куртку испачкаешь. Ну, так правильно. Дети идут, стучат орешками, белочки. Зажрались, сидят себе в дуплах и думают, а ну их. А мы отбираем у белочек еду, березовую губку. Она горькая, горчит. Вон тут уже кто-то. Они одногодки, они просто пропадут. Да. Сезонный гриб. Сезонный гриб. Еда на всех пнях. На всех пнях. Еды полно.
хорошо сейчас. Январь месяц, тепло, пройтись по свежим воздухом, подышать, видите, сколько пшена, кормушки полно, орехи. Чё ей бежать, чтобы потом еще дети там ловили, если он еды рассыпано полно. Грибочки пособирали. Можно и домой отправляться. Может, там еще что-то. Давай, может, вот там пройдемся. Вдруг что-нибудь найдем. Где пройдем? Вон туда. Да, такие грибы. Что-то очень похоже. Ой, до веток не добраться. На серно-желтые. Чуешь ведь? Это такие впечатления, что это серно-желтый. Или что? Есть такие впечатления. Да, конечно, это. А что он не пропал? Я не знаю. Что это? Ну, вот. Ну так похоже. Помнишь, у той пень, который мы все не успеваем, там точно ж такой, но серно-желтый. Ну, да. Ой, слушайте, надо будет прийти. Когда-то мы там в мае, да? В мае надо будет прийти. Серно-желтый. Ой, сколько его! Это такой вкусный гриб, это вообще жалко. Если бы мы знали, что он здесь. Серно-желтый. Ну, он похож, он дуже похож. Серно-желтый. Ну, а что его тут там сейчас влага, снег был. Ой, как жалко. Кошмар. Даже не знали. Ой, надо поискать. Еще мы что-то узнаем. Как жалко. Как жалко. Такое количество. Боже. Ой. Жаль, 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 жаль. Пошли дальше расстраиваться. С этой стороны лучше. Ну, а что толку-то? С какой стороны его сейчас снимать? Это надо было в ноябре прийти, в декабре хотя бы. Ой, надо выбираться с этих трущоб лесных. Это у нас такой гидропарк. Не чистят, не вытягивает, все гниет. Ой. В лесу такого нет. В расстроенных чувствах. Возвращаемся домой. До свидания. Всего всем хорошего. Подышали свежим воздухом. Расстроились. И идем домой. Заходите к нам в гости. Мы вам грибочки покажем. До свидания.